Добрый день! Сегодня будем готовить паштет из печени. Я буду использовать свиную печень, и перед этим я ее вымочу в молоке, чтобы избавиться от горечи, что, конечно, у свиной печенки это есть. А так от молока-то все пропадет. Так что рецепт очень, очень легкий, быстро делается и вкус отменный. Сегодня будем готовить паштет из печени. У меня вот есть кусочек печени, здесь где-то 350 грамм, небольшой кусочек свиной печени, вот как раз оно, этот кусочек в молоке вымачивается. Имело и немного у меня печени, жарить что-то неохота, думаю, сделаю паштетик. Вот печени это и немного. Сюда пойдет грамм 30 сливочного масла. Луковица большая и большая морковка. Это все будет отвариваться. В воду я добавлю несколько лавровых листиков, одну гвоздичку и вот душистый всякий цветной перчик, соль. И будет твориться все вместе до готовности лука, пока лук уже не готовый. Печень я порежу на приемлемые такие кусочки, чтобы сварить. Пока она пусть еще вымочится. Печень отмокла у меня в молоке, помыла я ее от этого и нарезаю на кусочки, чтобы отварить. Такие приемлемые. Вот что мне нужное вырезаем сразу. Протоки желчные или что там. Так, а печеночку режем куски, чтобы сварились. Бо одним куском положить, она может не провариться. Вот кусочки в кастрюльку. Закладываю все. Так. Морковка у меня. Пополам. Луковицу целой ложу. Специи, что я наготовила. Вот. Перчик, гвоздичка, лавровый листик. Все сюда. Залью водой, пусть варится все до готовности лука. Как лук уже будет, будут отходить вот эти лепестки, то тогда будет готов. Вот, вытянула печень, сварилась. Вот, лук распадается уже на листочки, все, готово. Вот, без водички. Сейчас в этом же самом горячем виде я все проверну через мясорубку. На дно мисочки, куда буду проворачивать, вот, масло грамм 30 холодненького, вот такого нарежу на пластиночки. Вот, грамм 30 есть. И сюда я буду проворачивать. Вот, горяченько выгружаю. Горячее, горячее, но это хорошо. Перемешиваю, чтобы маслица вот такое. Снизу наверх перешло. И тут же второй раз. Не полениться, обязательно, пока горячее, провернуть второй раз. Вот провернула два раза паштетик через мясорубку. Так. Как делают повара пальчиком. Я добавляла соль. Еще можно перчик. Острее печеночка любит перчик. Солить, то не сильно пересаливайте. Паштетик загружу просто в лоточек. Пою в холодильник. Паштет готов. Пользуйтесь моими рецептами. Заходите на мой канал. Приятного аппетита и до новых встреч!